Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня обзор супер питомца и обзор нового таланта. Возможно, не все так плохо, как мне казалось, потому что у него, слава богу, есть кулдаун и не сильно много целей. То есть две цели, но опять же, две цели, если поставить на всех героев, которые есть у вас там, они будут пробивать жестко. Ну, не знаю. В общем, поехали. Вот такая вот у меня есть рейка, такая вот сборочка. Специально я сейчас поставил пакт первым талантом, второй уже на десятке. Что делает этот талант? Бьет по двум вражеским целям. 255% атаки на сегодня. Это топовая атака. Раз в 2 секунды, кулдаун 3 секунды. Ой, точнее, раз в 3 секунды кулдаун есть. Также отхиливает себя 2 секунды, то есть превращает весь входящий урон в отхил на протяжении 2 секунд. Ну, что я могу сказать? Для Фрей это, наверное, очень крутой талант будет. Единственный вариант, что он, возможно, блокируется, но он не зависит от уклонения. В общем, поехали потестируем. Изначально давайте у нас будет вот такой вот тест. Надеюсь, все будет good, ничего не вылетит, потому что я через мобильный интернет зашел. Пилю вам видосик, я пилил, и обрезался интернет, блин, пропал. Ну, как обычно, западло. В общем, супер питомец. Что он делает? Наносит вражеским героям, в данном случае, насколько я понимаю, 5 целей. У нас первый левел. Урон также замораживает их. Ну, тут вроде кулдаун на 1 секунду. Именно летающих. И то ли понижает деф, то ли что, 18%. Пока с этим неизвестно. С этим, в принципе, разобрались. Поехали дальше. Поехали на подземку. Первая наша сборка. Заодно посмотрим, как питомец. Она самая любимая нашей кошмарки. 4, 9. Мы будем смотреть, как же это все действует. Так, опять тот же музончик. О май гад. Как видите, пакт. Давайте я сейчас секунду, ребята. Так, чтобы хочу, чтобы нормально у вас музончик был. Включим другую музычку. Так, смотрим, сколько бьет. 2, сейчас уже стан прошел. 3, 2, 3 ляма, 3 ляма, 4,5. То есть, ну, железка пропала, соответственно, мы видим уже более-менее стандартный урон. Хорошо, с этим разобрались, по урону определились. Поехали еще раз посмотрим на супер питомца. Как же он работает? У нас есть летающие юниты. Смотрим. Вот, видите, на 1 секунду замораживает, и причем довольно-таки успешно, я вам скажу. Ну, я хочу посмотреть на зону действия. Да, заморозка действует, не видите. Вот эта зона, которая, я так понял, он наносит урон, а замораживает тех, которые даже дальше. Неплохо, интересный суперпад. Так, хорошо. Еще заходик. Хочу все-таки, да, видите, все-таки замораживает дальше, чем его зона действия. Ну, его скилл, это он там, я так понял, наносит урон. Или предвращает, переводит дамаг. Хрен его знает. С этим непонятно, но, в общем, на русском я уже, либо на английском более лучше разберусь, потому что здесь не все так хорошо понятно. Ну, дамаг, как видите, 2, 3, 8. То есть не особо там супер-пупер. То есть это обычный стандартный пакт. А ну давайте попробуем снимем железку. Такие будут сейчас станете, можно будет посмотреть. Так, дамаг по ним наносится. То есть, как видите, дамаг или они. Вот они бьют, но отражалку не получают. Какой-то крит проходит. Странно очень. Питомец бьет. Походу отражает. Но вряд ли там бы отражалка по 18к была.
Ну, довольно-таки интересный суперпад. Хорошо, с этим мы разобрались, поехали дальше. Поехали смотреть, что же у нас все-таки будет с этим талантом. Сейчас пока на подземке. Так, ставим. Пока без железки идем. Опять нападаем. Но дамага, как видите, дофига. Так, ну вроде он, я видел, полетела ульта от таланта. Пока у нас герой застаненный. Сейчас увидите. Если он, конечно, у нас ударит хоть раз. Ну вот, посмотрите, как входящий дамаг под хил превращается. Вообще супер. То есть сразу видно, что ее убить уже так просто не могут. То есть 2 секунды, 3 секунды получает, 2 восстанавливает. Ну я не знаю. Мне кажется, это будет получше даже, чем однозначно, чем вальс. Сейчас у меня единственный вопрос по дамагу. Сейчас мы железку поставим. Ну, ее уже сложно слить. Точнее, они ее не сольют. Интересно. Очень интересно. Так, ну, ставим железку. Так, железка есть, поехали. Самое основное, смотрим на дамаг. Да, вот дамаг проходит, но он бьет по целям. На PvP локации, вот видно, заметно. Вот посмотрите, какой удар идет. Когда стан, талант не работает. Видите, он не срабатывает. Но отхил, я смотрю, срабатывает. Урон не срабатывает. А вот отхил работает без проблем. Вот пошел отхил. 2 секунды. Получает. Пошел обратно отхил. Ну, блин. Ну да, видите, на атаку не работает, когда есть этот. По дамагу смотрим. Дамага нет. Соответственно, что... Чем можно его сравнить, этот талант? По сути, есть такой у нас метеор, вот это где-то приблизительно такое же. Атаки самому герою и скиллу не дает, но дает дополнительно возможность пробития самим талантом. То есть два раза вот видно, как... Ни хрена не вижу. Вроде она бьет. Непонятно, в общем. В общем, ясно, но ни хрена непонятно. Снимем суперпата, потому что супер питомца вообще ни хрена не видно. Очень мешает. Могу понять, каким образом оно действует. Так, ну это ее ульта летит. А где обещанный супер дамаг? Ни хрена непонятно. Возможно, не все так плохо. Может, этот талант не особо будет тащить. Хрен его знает, не знаю. Я смотрю уже, что он не особо дает. По сути, он не дает все время дамага. То есть герой не всегда у нас получается бьет. Или вот эта зона. Это этот дамаг. Я ни хрена уже не вдуплюсь. Ну дамага нет. Откуда у нас берется?
Что за фигня? Подождите. Может это действительно он... А, это у нас железка. Блин, что за фигня? Это у нас железка так работает. Хорошо, если убрать железку... Каким образом наносится урон? Я вот не могу, я не замечаю. Но, как видите, по дамагу вообще херня. Вообще фигню пробивает. Что-то какой-то странный, действительно, очень странный. Может, это с руки просто работает? Он работает. Дамаг с руки, возможно. Игнорирует бронь. Что-то дамага вообще, посмотрите, нету. Такое ощущение, что и таланта нету. Посмотрите, сколько она его долбит уже. Это бред какой-то. Короче, ребятушки, все гуд. Талант говно. Паника была. Зря. Сейчас мы поставим обратно пакт. Талант, по сути, ну я не знаю, может где-то и будет он получше, но сейчас пакт там вы увидите, как у нас будет прилетать месиво. Вот один и один, один и один, лям, 1.6, ну намного лучше он дамажит. Правда, нету отхила, там есть отхил, но непонятная тема с этим. Здесь и ушатал, нифига себе. Короче, блядь, это вообще какой-то, походу, трэш происходит. Ну-ка, давайте еще нападем. Нападу сейчас с этой стороны. Подальше от мессы. Непонятно, каким образом этот талант действует. Тут я не вижу от него дамага. Ну вот Фрея начала бить. 2, 3, 4, 2. Ну нормальный дамаг. 2, 4, 4, 5, 1.8. То есть дамаг мы приблизительно поняли. Теперь смотрим обратно с этим талантом. Какая-то реально хрень. Хорошо, что это хрень. Вот реально. Я даже рад, что это хрень. Не надо ничего не будет перекачивать. Но эмблемой, кстати, неплохо будет. Для отхила. Так, 1.8. Это то, что я вижу. 2. 700. Но нету того убойного эффекта, какой был. Заметно сразу же, да, разница пакт и этот. То есть тут кулдаун, но зато здесь есть отхил. Ну такое. Это хорошо. Это реально хорошо. Ну вот прошел 2.2, но это крит. Ой, 3.5, 500, 1.2. 800, 800. Сейчас, кстати, на месте 200, 800. Ну, видно разница, что херня, походу. Скорее всего, он работает с руки. А удар с руки это 2, 1.6. Короче, все будет. Единственная польза — это отхил от этого таланта. Все. Больше, честно говоря, пользы я не вижу. А что? Может, где-то он будет более-менее лучше. Но я не знаю, я не вижу дамага самого. Может, вы видите, напишите в комментах. Ну, по сути, что-то пошло не так. Вот такие вот, ребятушки, дела. Ну, отхил есть, но отхил такой себе. Честно, пальца лучше отхил, наверное. Да. Не, наверное, даже там процентуальный. Тут это ходящий урон превращает
Ну, хрен его знает, не знаю, посмотрим. В общем, такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.